Чувашской сельскохозяйственной академии в День знаний заработали новые лаборатории. Хлебопечению в сельскохозяйственной академии теперь будут обучать в стенах общежития. Лаборатория оснащена самым современным оборудованием. Практические навыки студентов оценят и те, кто обучается в ВУЗе. Хлеб и выпечку планируют реализовывать в столовой академии. А в этой лаборатории студенты будут изучать методы борьбы с вредителями сорных растений. Уникальность этого кабинета в том, что он оборудован по последнему слову техники. И студенты получают возможность ознакомиться с наглядными пособиями, с презентациями, не выходя в поле, и делают это в своем учебном процессе. Выпускники сельскохозяйственной академии пользуются спросом у работодателей. Студенты проходят практику не только на предприятиях республики, но и за рубежом. Министр сельского хозяйства Чувашии отметил, что сейчас ВУЗ способен обеспечить агроотрасль высококвалифицированными кадрами. В этом году в академию поступило порядка 1000 первокурсников.